Заключительный этап региональных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» прошел 27 и 28 февраля в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова. Более 100 любительских, дворовых команд из муниципальных районов и города Омска боролись в нынешнем году за право выйти в финал регионального этапа. Пробились в финал 9 команд. Турнир уже не первый год успешно проводится Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Очень приятно, что в нашей области 100 команд участвовало в отборочном турнире для выхода сюда в финал. Сейчас в финале мы наблюдаем 9 лучших команд, которые отобрались, и 3 городских команды. Поэтому 12 команд, которые будут определять сильнейшую команду в нашей Омской области. Ну, действительно, приятно смотреть, когда самые юные спортсмены, еще только клюшка, наверное, помогает держаться на ногах, играют. И в большей степени приятно то, что это ребята из дворовых команд. Сильнейших выявляли в 3 возрастных группах. На льду хоккеисты старшей группы. Команда «Юность» из Черлака ведет с крупным счетом, но в напряжении спортсмены до последних минут. Они уже знают, что бороться нужно до конца. Поначалу было тяжело, потому что они давили нас. Мы думали сначала, когда нам забили первый гол, мы думали, мы уже проиграли, но мы не расстраивались и переломили ход игры. Победители регионального этапа в числе 16 лучших команд Сибири и Урала продолжат борьбу за всероссийский финал уже 11 марта, когда в городе Тара стартует следующий этап соревнований. Предполагается, что в Омской области с 11 по 18 марта соберутся около 320 юных хоккеистов из 16 регионов России.